Сегодня с утра инфекционный стационар детской больницы на Гладково заработал в обычном режиме. Неполадки в электрощитовой полностью устранены, сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Детскую инфекционку закрыли 19 сентября из-за задымления в подвале. 126 детей и 97 родителей были эвакуированы. Их разместили в стационарах Чебоксар и Новочебоксарска. За эти дни часть маленьких пациентов успели выписать, а другие вернутся долечиваться в инфекционный стационар детской больницы.